привет! Мы сегодня находимся в городе Бор, Нижегородской области, и протестируем канатную дорогу. Из Нижнего Новгорода, чтобы попасть на канатную дорогу, нужно доехать до площади Сенной на любом автобусе или маршрутке, пройти до мечети и купить билет за 90 рублей в один конец, и попадаете в город Бор. 4 километра канатная дорога, вагонеточка, пересекает довольно быстро, и можно пойти погулять, увидеть новый город, новые виды, новые места. Мы находимся в вагонетке Нижегородской канатной дороги. Слева и справа простираются волжские просторы. Что из себя представляет, собственно, вагонетка внутри? Удобная сидушка, которая иногда даже подогревается. Пол с водоотталкивающей сеткой, окошки и, собственно, дверь, через которую осуществляется посадка и высадка. Все расстояние в 4 километра вагонетка пересекает меньше, чем за 10 минут. В пути можно посмотреть довольно живописные пейзажи и быстро добраться из одной точки Нижнего Новгорода в точку довольно центральную города Бор.